целом явка по Первоуральску составила 47%. Это выше на 5% показателей прошлых выборов. Последние избиратели пришли на участки буквально за несколько минут до их закрытия. Пришел, проголосовал, исполнил гражданский долг. Ну, гражданский долг, ну, это справедливость, как говорится. Явка на нашем избирательном участке более 40%. Это по времени на 19 часов. Нарушений на избирательном участке на данный момент не выявлено. Ровно в 20:00 двери всех избирательных участков закрыли, однако их работа на этом не закончилась. После голосования членам участковых комиссий необходимо было погасить все неиспользованные бюллетени и оформить документы. Переносные и стационарные ящики для голосования вскрыли лишь около 10 вечера. В первую очередь бюллетени отсортировали. Напомню, в документе зеленого цвета голосовали за депутатов городской думы, в документе розового – за губернатора. Лишь после этого начался подсчет голосов. Последними свою работу завершили члены участковой комиссии микрорайона Талица около 3 часов ночи. По предварительным данным, на избирательные участки пришли 57 тысяч человек. Наибольшая активность отмечалась в поселках. Местами явка составила 50% избирателей и выше. При этом сам процесс голосования проходил спокойно, грубых нарушений законодательства не зафиксировано. В участковой избирательной комиссии, да, обращались с заявлениями граждане, которым казалось, что какие-то права нарушаются, но участковые комиссии рассматривали, решали вопросы на месте. То есть таких грубых нарушений законодательства выявлено не было.